Здравствуйте, меня зовут Лазебная Ольга, я из Воронежа, мне 36 лет. И я бы хотела с благодарностью оставить отзыв на первый модуль «Школа психотипирования» Павла Борисовича Колесова. Вообще, в общем и целом, в «Школе психотипирования» дана информация о том, как лучше понять себя, понять окружающих людей и как лучше это использовать. С пользой для себя, для своего развития, для увеличения своих доходов, ну и, конечно же, для улучшения отношений. Так вот, в первом модуле этой школы содержится базовая, основная информация, которая дает понимание, почему именно такие названия у психотипов, что такое активная, пассивная жизненная позиция, дано новое авторское видение темпераментов, всем нам известных, флегматик, сангвиник, меланхолик, холерик. И, пожалуй, самое вкусное в первом модуле – это кольцо восприятия информации. То, как все люди, без исключения, то, как наш мозг работает, как мы воспринимаем информацию, какой цикл она проходит от восприятия в реальности ее и до действия в реальности. И некоторые, практически все люди на каком-то из этапов этого кольца застревают. И это накладывает определенный отпечаток. И это то, над чем можно поработать и, проработав, сильно улучшить качество своей жизни. Например, интроверты очень часто застревают на блоках эмоциональной оценки, туго с эмоциями у них. А экстраверты, наоборот, блоки логической оценки. Я думаю, что этот модуль также будет полезен и для коучей, начинающих, практикующих, для психологов, потому что здесь даны несколько уроков, которые помогают определить уже по тому запросу, с которым пришел человек, клиент, его психотип. А определив психотип, можно определить основные его затыки. То есть можно так точечно работать, и гораздо эффективнее вы будете именно как коуч. И люди охотнее будут к вам идти. Так что я благодарю еще раз Павла Борисовича Колесова за такой замечательный модуль, за вкуснейшую информацию. С предвкушением жду того, что будет в VIP-модуле. А зная Павла Борисовича, там будет что-то супервкусное. И также благодарю службу поддержки за помощь в прохождении модуля. Прямо как феи крестные. Проводили по всему модулю. Благодарю.